they don't know what she could be. They think of beauty surface deep, but I know eventually she'll find me. Swept by the ocean, and every pulse from the tide was a finish line. A wave race we were made to ride. You and I were first in line, and we took them by surprise. I was with you all the time. You may not realize, but I'm here. Fun with this little bubble. Добавь драйву. Ну что ж, друзья, небольшая пауза в час пролетела незаметно, и мы возвращаемся на Хэндмастер вместе со студией UCC. Заяц, Double D в эфире, и у нас нижняя сетка. Нижняя сетка, сражение на вылет, и сейчас нужно выложить все козыри, которые вы готовили к этому турниру, чтобы остаться, собственно, в игре и продолжить сражение за те самые $200,000. Но кто-то все-таки уйдет ни с чем. И очень обидно после двух Best of 3 встреч сразу же вылетать, но как бы по-другому и не получится. Друзья, давайте сеточку мы с вами как раз-таки посмотрим, вспомним, как это все происходило, как оказались в такой непростой ситуации Team Empire Hope и Fly to Moon.
Ну, вот Empire понятно, как оказались, все-таки не то чтобы они были явными фаворитами. Вообще там. Нет. А вот команда Fly to Moon, вот они, да, оказались на волоске, так сказать, проиграли Hellraisers 2-1. И вот теперь придется подниматься через команду Empire, которая, возможно, да, не самый сильный соперник. Но дальше будет Ursus. Дальше вот еще одна команда. Да, 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 все непросто. И опять же, вот если говорить про неожиданные повороты событий, Best of 3, я вот всегда привожу в пример этих... 178 играли против Ursus Gaming. Там 85% топило за 178-х. Аналитики, букмекеры также говорили, это легкое для них, а они 0-2 отлетели вниз. То есть всегда бывает такое маленькое «но» может возникнуть. Маленькое или большое, да, в зависимости от того, с кем вы встретились. Ну а сейчас давайте посмотрим на... Ну не посмотрим пока что. Дадим вам возможность проголосовать, за какую команду болеете именно вы. Восклицательный знак «и», восклицательный знак «наш любимый «ф». Вы пошутили вот так в тот раз на трансляции, и все, действительно, сейчас Fly to Moon, но будем надеяться, ваша поддержка зарядит их на данную встречу, и мы увидим не только интересных героев, но и разумное, полномерное исполнение, безошибочное. И не увидим буковку F в конце этой карты. Да, так и есть. Как корабль назовете, так он и полетит, Fly to Moon. Но, друзья, опять же, у нас новые герои появляются, и их хорошо реализуют. Да. Быстрые стратегии, что мне дико нравится, что команды берут агрессивные драфты и агрессивно с ними играют. А не как обычно, мы взяли Бэтрайдера, он нас задавил линию, и мы после этого забили на игру на 20 минут и проиграли, потому что ну, противник вышел в лейт. Есть такое, действительно. Но вот некоторые еще пытаются да, там набирать себе максимальных коров, как мы отмечали, да, Деваур, Нага Сирена, вот это вот. Это сразу могила просто вырытая вами самими. И поехали, действительно, медленно, но верно умирать. Хотя, конечно, пытались какие-то вот сегодня придумать парни, но вот уже не получается. Тут, в принципе, такая мета, что если у вас нет хотя бы, ну, не знаю, оффлейнера плюс два суппорта, которые могут драться на минуты 9-20, все, можно вот просто уходить из этой игры, потому что противник явно прочувствует эту слабину и пойдет давить вас, а не пойдет фармить там, как это было на европейских квалификациях. Помнишь местных эсэфов на европейских конечно. Квалах, которые, выигрывая мид, отлично, у меня преимущество 2000 нетворк, просто, чтобы мне сделать, пойду 4 слота из леса вывезу. Ну, действительно, ситуации бывали и такие, поэтому здесь нужно научиться на опыте своих товарищей, своих коллег. Да, друзья, опять же, мы напоминаем вам, что у нас очень плотненько идет данный турнир. То есть у нас сегодня 2 Best of 3, завтра 2 Best of 3, послезавтра 2 Best of 3 и послепослезавтра 2 Best of 3, которые завершают, естественно, все финалом. То есть разыграется за 4 дня вся эта сетка Double Elimination. Действительно, осталось всего ничего, и мы уже узнаем претендента со стороны СНГ региона, который также может отстоять честь и, конечно же, неплохо так заработать себе вот на весенние каникулы. $270 000 разыгрывается на лан-стадии турнира. По европейским квалификациям прошла уже команда Aggressive Mod. Это команда с Лилом и 4 игроками из Греции. Там Мадара, Спартан, все вот эти вот ребята. Да, вот действительно собрались очень в интересных трансформеров и начали разваливать парней, которых действительно никто не ожидал. Там это было действительно вот такое, не то чтобы андердог, им давали возможность пройти, но никто не верил, что это действительно случится. И нужно помнить, что Aggressive Mod, они упали в нижнюю сетку и потом взяли матч-реванш в финале и таким образом смогли вот просто как Рокки, как будто бы голливудский фильм посмотрели на европейских квалах. Что будет на СНГ, еще непонятно. Да, ситуация действительно была интересная. Вот, Лил против Санмейка, вот это все. И Лил победил. Ну а что здесь? Сейчас узнаем. Пока что баны. И отправляю сразу в бан на Omni Knight плюс Timber Soul. Вот так. А в ответ команды про Виспа и отправили его в бан. Что сегодня мы уже насмотрелись. Я считаю, что нужно подписывать петицию. У нас не может быть дня, чтобы не пикнули Snapfire или Void Spirit. Обязательно к применению. Хочется посмотреть на новых героев, затем, как они будут взаимодействовать на практике с другими персонажами, с другими стратегиями. Это всегда очень сильно разнообразит драфт. Даже мы радуемся, когда возникают герои забытые, но это вообще новые кадры в ЦМе. Действительно, к ним еще пока ну, сложно подготовиться именно на турнирной сцене, потому что игр-то всего ничего, и поэтому нужно экспериментировать, нужно рисковать. Банится все же Doom. Но Snapfire забанили предварительно. Поэтому, по крайней мере, ее мы уже не увидим. И вот многие зрители, вполне возможно, сейчас будут говорить, что ну как не подготовиться к Snapfire? Вы же играете в рейтингах, вы знаете, что делает герой. Но
игроки, да и в принципе все игроки. Часть механик мы воспринимаем уже на интуитивном уровне, когда ты играешь там не 100 часов, а 2000, 3000, 10 тысяч часов. Ты уже знаешь, что тебе вот может сделать лич на 10 минуте. А когда тебе неожиданно прилетает ультимейт от Snapfire в Рошпит, и ты просто что, куда идти, прыгаешь из него, а там тоже ультимейт Snapfire, повсюду ультимейт Snapfire. На, и здесь сплошные какие-то ультимейты, да, и еще там Void Spirit прыгает туда-сюда. Откуда две рапиры? Что это такое? Почему крит на 1800 два раза подряд вылетел на меня за 2 секунды? Классика. Ну, а Empire Hope, в общем-то, показывают там Магнуса, им уже продемонстрировали Enchantress. Тоже наши уже привычные, можно сказать, пики. Enchantress чуть пореже, но она сейчас в банах часто гостя. Ну и Магнус для команды Empire Hope. Вопрос в том, куда и с кем. Ну, мне на самом деле очень нравится, что именно Лича отправляют в банлист, а не Дизраптора, как это было ранее. Empire Hope к Магнусу добирают Пака. Магнус в мид, Пак четверка. Пока не ясно. Может быть и наоборот. Я практически... Ладно, не буду ничего говорить. Хорошо. Я не верю, что Пак здесь пойдет в мидлинию. Ответочка. Trend Protector. У нас Flight Moon вообще прошлись вот таким стандартным героем. У них очень много агрессии на линии. От Enchantress в Heated Run вы не можете играть. Она в этой игре всегда побеждает, потому что Enchantress не догнать. Какой-нибудь Elder Titan может с ней бодаться, в принципе. Да, за счет его мобильности. И маловато героев, которые могут с Enchantress на равных выдерживать этот уровень. Да, если там какие-то магические прокасты постоянно по ней залетают, там какой-нибудь скаймак, я не знаю, тебя закидывает арканболтами бесконечно. Ну, вроде бы Пак с арбом тоже может пробить Enchantress. Нужно помнить, что Enchantress, она мобильная очень. Она может просто уйти в сторону от этого арба, если ты не в упор его выпускаешь, и еще тебе напихает своими импетусами. Убирают Эсефа, убирают Пэла. То есть вот начали снова работать по этим товарищам. И знаешь, кто не в бан-листе? Дроурейнджер? Сларк. А, ну, Сларк-то сейчас уже дроурейнджер. Уйди, подруга, я здесь король, может сказать Сларк, потому что он действительно у нас каждый день, чуть ли не по 2-3 раза за одно Best of 3 залетает в пике. Ну, Сларк, конечно, здорово. Здесь он, правда, без виспа будет появляться. Ну что, ну, без конечно, виспа. И без виспа выигрывали тоже с Сларками различными. Риск, конечно, выше, как и любому герою, знаешь, вот так можно сказать. Справедливо. Набирается лайфстиллер, ну, действительно, окошко для Сларка приоткрывается. Сейчас все больше и больше, потому что коры заканчиваются. Коры заканчиваются, да, там где-то осталась сирена, там какая-нибудь террорблейда могут внезапно вспомнить. Но и зачем, если есть... Что будет по мид-линиям, потому что вот ОД не в бане, я ОД абсолютно не хочу видеть. ОД с ужаснейшим винрейтом нулевым идет по СНГ квалификациям, именно если в европейских квалификациях он побеждал, здесь у него это не получается. И все-таки Сларку отрезали голову. Да, его мы не пронаблюдаем. Ну что ж, придется действительно экспериментировать. Но пока ждем, что придумали команда Empire Hope для себя. По мидерам у нас, ну что, Айсберг может тоже удивить, мы видели его на Windranger тут один раз. Поэтому тоже может тут залететь, тем более, что у нас зеленая цветовая гамма для команды Flight to Moon работает. Ну, опять же, сейчас, наверное, Ху будут открывать какого-то оффлейнера для себя. И появляется Тини. Ну, проще не становится от этого факта. Тини может быть здесь и пятеркой, и четверкой пойти. Ну, думаю, что все-таки он будет с паком, суппортами, а вот Магнус на кор-позицию встанет. Ну, должны, по идее, так распределяться, то есть, опять же, по более привычному нам сценарию развиваться будут события. Магнус хорошо фармит и хорошо гоняет, по идее, центральную линию. Не так много героев могут его задушить, но даже если это происходит, Магнус комфортнейшим образом чувствует себя в лесах. Ходит туда, не сильно проседает. Ему самое главное вот определиться, когда тебе плохо на линии становится, что все, ребят, я ушел в лес. А не пытаться вот каждую секундочку, ну вот сейчас я одного крипа добью, потому что ты и в лесу не фармишь нормально, и на линии ничего не получаешь, ни то, ни сё, денег нет, помощи команде нет. Это так. Либо звать кого-то на помощь, опять же, ну, Пак с Тини могут прийти в мид, могут тебе тоснуть какой-нибудь поближе тышек в ЭВМе, еще под вышку его закинешь. Прям вообще идеально все может развиваться. Поэтому вариантов много для команды Empire Hope, но могут они попробовать это все реализовать. Ну, либо сам Магнус выйти куда-нибудь. Над этим пиком сейчас Flight to Moon призадумались, что откроет вторую стадию. Нужно им показывать, естественно, коров. Первым появляется гирокоптер. Без виспа.
Пока без виспа, действительно, у нас. Без бани. Тут пока без виспа уже будет до конца, ибо трайдер. Ну, вот так вот решили нас удивить. У меня на секунду сердечко ёкнуло, я подумал, батрайдер в мид, но я надеюсь, что это оффлейн батрайдер в лёгкую, очевидно. Я сейчас засмеюсь, а поэтому, мне кажется, это правда, и ничего не докажешь, так что я лучше просто промолчу. Батрайдер хорошо, батрайдер в умелых руках, в умелых стратегиях работает. Это уже доказали у нас все коллективы. Да, главное не засиживаться с этим батрайдером, потому что потом он уже будет бесполезен. Конечно, там можно полагаться на какие-то артефакты, терпеть, делать вроде бы страшную машину, как это было на мейджоре, но... Опять же, это все риски, на которые не всегда ты готов пойти. Тем плюс... более, 60-я минута, а там гирокоптер как бы. Да? Не хочется с этим парнем сталкиваться после 60-й. Плюс Бэтрайдер отлично смотрится против Тренд Протектора, потому что ты Файрфлай подрубил, все деревья вырубил, и он уже не может не так спокойно бегать, заходить тебе в спину. Инчантрас очень сильно от Бэтрайдера страдает, потому что там 3 стака напалма по тебе, одна тычка отлетает, минус 30% хп. Мы уже видели, да, Хантер, вот это интересно. Слушай, реально такой гамме одной они идут. Слева направо темнее, 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 темнее. Тайдхантер очень нечастый гость, при том, что стараются уйти команды сейчас от долгих КД-кнопок, а Тайдхантер полностью на ревейдже построен. Да, он будет сбивать урон Магнусу и Тини, но не знаю. Тайдхантеру прям тяжело здесь придется. Да кто говорил, что будет легко? Придется постараться. Его там бафали, поднимали ему интеллект базовый на двоечку, если так рассматривать, что произошло с Тайдхантером. Но на этом все изменения закончились. Такое, да, это карусель постоянная, плюс один, минус один. Броня, интеллект, там атака туда-сюда. Смотрит, что из этого получится. Ну, то есть одно дело, когда медузы поднимают прирост интеллекта с 3-4 там, до 4, это очень мощный баф за левел. То Тайдхантеру, ну, плюс 2 единички, да, ты сможешь там где-то с большим количеством монопула прийти на линию изначально. Верно, верно. Здесь же как бы, ну, не так уж и страшно. И опять же, Тайдхантер, вот представим, что у Fly to Moon все плохо, пошло по игре. Вдруг так получилось. Гирокоптер не получает денег. Инчантер, Стрэнд Протектор и Тайдхантер, они хорошо терпят урон, но они не смогут выигрывать драки без гирокоптера, без дэмэдж-дилера. Им сейчас нужно брать очень мощного мидера. Кто у нас остался из таковых? Темпларка какая-то? Темпларка здесь будет страдать от Тини, Бэтрайдера, от вообще всех. А кто не будет страдать... Малого осталось действительно вариаций. Банится. Что мы то и, ну и поехали. Бан от команды Fly to Moon. Кого они не хотят здесь видеть в качестве кэрри-героя, так полагаю, против себя. Может, ну нет, Storm Spirit это слишком жадно для Fly to Moon. Хотя ему здесь сбивать-то линку, ну, практически нечем будет. Ну, конечно, всегда можно найти способ. Но это... Ну, то есть вам в любом случае придется тратить какие-то ресурсы, кнопки с артефактов для того, чтобы сбивать ему линку. Здесь линку сбить может только Бэтрайдер. Если Бэтрайдер сбьет ему линку, значит, у вас уже что-то пошло неправильно по его лассо. Ну и тут нужно, опять же, понять вообще, что задумали Empire Hope. Кого банить, какую позицию. Вполне возможно, мы видим сейчас и коров всех, и оффлейнера, и мид-линию. И возьмут просто еще одного там суппорта какого-то в довесок. Ну да, 5 саппортов и поехали ломать. В итоге банит все же Дроу Рейнджер. Вспоминали мы про нее сегодня. Добрым словом, 30% винрейтом. А то и меньше, там уже, наверное, по 25 он ушел, упал на турнире. Дровку саму по себе не портили. Ну что ее убрали? 5% дэмэджа — это смешно с мультшота. Когда у тебя было 165, стало 160 на четвертом уровне. Просто другие герои стали актуальнее. И опять же, очень сильно на мету повлияло то, что теперь только один артефакт нейтральный ты можешь таскать с собой. Да, этого действительно не ожидали, наверное, герои. Не пришлось только, выкручиваться. Не только суппорты пострадали из-за этого, но и коры тоже, когда ты получаешь там себе и лук, и какое-нибудь яблоко на статы, которое всем вот ловкачам идеально заходит, потому что у тебя больше здоровья становится. Да, не смог ты с линии нафармить, ну на, покушай как бы нейтральных артефактов. А сейчас только один, и этого, конечно, уже недостаточно в таких ситуациях. Линнелла с пиком от команды Fly to Moon. Айсберг. Ну, хорошо. Это не Винрейнджер. Это не Винрейнджер. Да, это Лина.
Да, это не Devour. Возьмите мне эту, рыжую возьми, Лину, все, держи Лину. Да. Ну, хорошо, вы можете с этой Линой драться на ранних таймингах. У вас есть прокаст быстрый, вы можете там выщелкнуть какого-нибудь Бэтрайдера с Лагуны попробовать. Конечно. Но не знаю, честно сказать. По трента нормально, там лазу накинула, все замедленные, кидаешь станчик. Расстреливаешь. Лина должна будет пойти через магический дэмэдж, потому что если не будет этого магического дэмэджа, значит вы не сможете драться на тех самых средних таймингах. В таком случае в лейте у вас остается один гирокоптер. Тайтхантер выступает просто вот мобильным тавером, который ходит, раздает вам бафы. Сейчас генерал объяснит, мобильный тавер будет ломать всех. Я только рад, если... Я обожаю Тайтхантер, один из любимейших оффлейнеров, но арбузика сейчас не особо чествуют. И что за команда Empire у нас осталось? 20 секунд. Абсолютно любой герой, как говорится. Наше решение будет неожиданным. Главное, чтобы не для нас самих. 10 секунд, и кажется, там действительно вопрос возникает. Просто милишного кора под Магнуса какого-то взять? Ну, Бладсикер. Okay. С учетом того, что здесь малый запас здоровья идет у Enchantress, у Лины и у Тренд Протектора, пока не появится дополнительный артефакт на статы, Сикер действительно очень хорошо смотрится. Его можно легко разогнать. Бэтрайдер, кинь, там дали какой-то прокаст, и все, у тебя уже скорость сумасшедшее передвижение. Давайте посмотрим результаты вашего голосования. Вы еще не видели полностью драфты, а уже решили, что Flight to Moon 80%? Ну, 80%. 80%. Насколько же в Empire Hope сейчас не верит? Я думаю, вот от этого надо отталкиваться. Надо менять, собственно, ситуацию, расклад сил и побеждать как-то Empire. Но вот этот Bloodseeker, конечно, вызывает вопросы. Ну, ребят, не рекорд первого игрового дня, где было 85% на 178-х. Получается, 178-х любят больше, чем Flight to Moon. Вот так и работает медийка, по-моему. Об этом расскажите, как бы сейчас. Так что, друзья, будем следить за этим Best of 3 очень пристально вместе с вами. Не забывайте подписываться на данный канал, подписываться на наши социальные сети, потому что мы выкладываем анонсы всех грядущих киберспортивных событий, которые будем для вас освещать. Да и эти квалы, самое интересное, это впереди. Конечно, LAN-часть, где будут сражаться уже прям непосредственно за те самые деньги, которые уже вот прям лежат это перед вами. Будет, да, это все будет. Да. Полтора месяца, и вот чтобы не потерять связь с турниром, оставайтесь с нами благодаря социальным сетям, также там Twitter, Instagram, не забывайте, все это также для вас. Здесь, я не знаю, вот если закрыть именно теги команд, никнеймы того, кто играет, и оставить только героев, мне не очень нравится драфт сил света. Сил света. Ну, то есть, вот, я пытаюсь абстрагироваться. Света. Не знаю, ну, как бы, смотрим на Bloodseeker, Bloodseeker не герой. Но смотрим на Бэтрайдера, Бэтрайдер не герой. Смотри, они хотят сыграть быстро сейчас, Empire, и они должны играть быстро. Если они будут играть медленно, однозначно, конечно, Flight to Moon там в лейте их задушат. Но у вас Seeker, у вас Бэтрайдер. Я не знаю, что вам нужно еще пикнуть, чтобы вы играли быстро. Ну, посмотрим, конечно, как это все будет работать. Тем более под Сикером у вас есть, ну, маломальский хотя бы прокаст. Да, у вас там не Лина, которая с Лагуны просто отрывает половину лица, и Сикер сразу же срывается с места в карьер. Но Тини дает раскаст Avalanche Toss, и уже кто-то пытается улакивать ножки на базу. Ну, посмотрим, конечно, оно как будет работать, потому что, да, здорово вроде разгонять этого Bloodseekera пытаться, чтобы он там всех разрывал в упоре. Но вот... Мешать ему будет очень-очень здорово, особенно если ты где-то не досмотришь, разогнался, тебе вылетел импетус в спину, и ты уже помираешь от позиции четверки. Ну, с учетом того, что Сикер стоит вместе с Бэтрайдером на верхней линии, это еще вопрос, кто за кем будет охотиться. Бэтрайдер сразу же должен объяснить сейчас Enchantress на первых же таймингах, что он здесь задает правила игры, он дает тебе напалм, и ты страдаешь. Если этого не произойдет, то он опять же будет проигрывать хит-н-ран. Так, две руны для Empire, одна для генерала. Ой-ой. И убивают Тотакэм. Да, не очень все хорошо получилось. Не, ну пока он живет еще, возможно, успеет замансить, но тут пока ест дерево, там успеет улыслон ударить, и Слэр забирает себе ФБ. Вот так вот. А кто четвертую руну подобрал, кстати? Ее взяли вообще? Да-да-да, должны были все руны забрать. Okay. Я думаю, 50 на 50 их все-таки распределили. И вот сейчас преимущество именно за счет ФБ получает себе Flight to Moon, Айсберг в центре против Магнуса. Такое ощущение, что они еще раз хотят сделать убийство, потому что там втроем собрались на верхней линии и готовы зажимать.
И снова Тикер погибает. Там верхнюю линию-то душит. Сикер мертв, лоза. Да, намекнули, что Тини начинает забрасывать рейнджевиков под вышку, на хэграунд, точнее, чтобы не давать лишнего опыта. А Бладсикер просто начинает забрасывать. Понимаю. Но действительно ситуация неприятная. Ей забросили еще Тренд Протектора, но я думаю, он не грустит. Тини говорит, я тебе там крипа по-братски как суппорту оставил. Иди забирай. Да. Только бы слезть теперь с этого хэграунда как-то. А, нормально. И так посидит. И Silent, видимо, что начинает разгоняться. Потихоньку, но помаленьку. Но 5 на 0. В принципе, Тини с Паком ему не мешает. Пытается под вышку как-то забросить. Но не получается пока что. Проблемы и у Магнуса также в центре начинаются. Айсберг очень жестко его давит. И из Магнуса выбиты вообще все расходники. Надеюсь, он фласку себе привез. Иначе жизнь его быстро закончится. Да, фласочкой отпился. Он еще одну купил. Просто там курьер челноком бегает сейчас будет. Пусть бегает, есть личный курьер, поэтому почему бы не использовать его на полную. В итоге, правда, бегает очень битый и вот как-то может действительно подставиться. И явно на верхней линии все пошло не по плану команды Empire Hope. Там и Сикер, и Бэтрайдер не могут задушить противника. Бэтрайдер вроде принимается за Enchantress, но генерал не подпускает к себе Сикера. То есть Сикер не имеет доступа к крипам. Сайлента поймали на боте. Два удара осталось сделать, и Сайлент 100% погибает. Телепорт от Тренд Протектора. Ну, здесь уже должен улетать. Все использовали для того, чтобы убить Сайлента. И это получилось. Хороший минус. Тем более на таком этапе, когда чуть подольше будет возвращаться из таверны. И вот дольше фармить, соответственно. Меньше, точнее, фармить. Крипстаты сейчас решают. И несмотря на все эти там какие-то фраги, размены и прочее. Естественно, Radiant впереди. Наработали они еще больше 1000 золота, но это только третья минута. Ну, конечно, еще куча всего впереди, поэтому пока переживать не стоит. Только то, что Бладсикер начинает отставать. Ну, так там и Герокоптеры не то чтобы сильно впереди. С другой стороны, Герич, опять же, на стаках может чуть больше дополучить. Но с третьей стороны есть Магнус, который может бафнуть Бладсикера, там соберет себе Малыштром и тоже будет стаки вроде как набирать. Должна быть четвертая сторона, надеюсь, чтобы ее пока не раскрыли. Кстати, может Джеймс сейчас попробовать зайти за тавер, убить курьера? Мы уже отмечали, как много денег за курьеров сейчас получает команда. То есть ты убиваешь курьера, денег дают больше, чем за суппорта вражеского. Ну, видели мы работу от Тини, поэтому здесь, да, можно ожидать. Здесь бы вот купить себе Пака, но понятное дело, что Пака разобрать не так-то просто. Ну, Тренд не знает преград. Увидел Пака и собирается его убивать. На ворот очередной прыгнет данный оффлейнер. Айсберг с разворота. Пару ударов по Джеймсу. Ну, Джеймс что, создал проблемы на пару секунд для Лины, и это максимум. Флай не собирается останавливаться. Серьезно? Ты посмотри, лоза, еще удар. Ну, там Фэри Файр пытается уйти в леса, и фласочку нажимает. Дальше не пошел. Маны нету Пака, никаких там стиков, кларити, и придется вот просто жить как есть. Кидара, фласочка. Импетус словил, чуть было не помер, но успел опять же уйти в леса тоже и живет. Магнус, наверное, единственная сейчас такая надежда и хорошая новость для команды Empire Hope. Да, очень странно. Вот понимаете, сейчас Бэтрайдер действительно становится бесполезным в этой игре. Он не выполняет основную свою функцию, не выигрывает линию. И это не тот Бэтрайдер, которому легко реализоваться потом с лассо. Ребят, я залечу, ты ничего не выпаримешь, у тебя не будет никаких блиндаггеров, если ты не убиваешь линию. Ты сам только вот отправляешься на 16 секунд таверну. Все действительно пока линии потихоньку маленько, хотя вот на нижней есть еще один минус. И немножко подвыигрывается хотя бы здесь. Там Пак что-то добирает. Тени где-то получает. Левела есть уже, на том спасибо, но опять же Silent. Silent не собирается останавливаться. Да, разгон тут, конечно, очень крутой, при том, что Silent зачастую один без какой-либо помощи просто стоит. Тут Тренд наверху, то еще... О, вот, заходит, и Джеймс ставит вард, но он не успеет перехватить уже курьера, 100% его отогнали. Курьер спокойно возвращается на базу. Мэр, погоня от Кидара, напалмы вроде бы есть, но как-то очень неуверенно действует Бэтрайдер после своих смертей. Интересно, идут курьером. Снова была лоза, понимали, видимо, что замедленный, не достанет. И две баунти руны сейчас также подбирает команда Flight to Moon. В наглую просто начинает Тренд захватывать босса, и ничего с этим не может поделать Тини. Сайлен. Мастерей можно попробовать пробивать. Там ПТшки уже для Энчантра. С лишней статы, и ты уже не так убьешь легко и просто. Конечно, попробуй, разберись.
Сурки не трогаешь, заклинаний, ну пока заклинаний серьезных нет. В итоге сейчас ТТК умрет, а ничего, ну раз ты подтолкнул еще, зачем? Да ладно, неужели не убьет? Ну там контрат отправляется в погоню. Замедление. Инчантрес. Мэкон пусть сильнее твоего, и Кидара тоже уходит под вышку. Какой-нибудь там имбет. Сейчас еще можно прокинуть, попробовать. Ниже пытается разобраться с мастером потихоньку. Флэк Кэнон пошел подостряться. Но еще один удар. И успевает. Но ракета летит. Зашифтит ли? Должен шифтить. Должен? Хорошо. Не стоит за него здесь действительно волноваться, переживать, Сален. Я сейчас за любого переживаю. Вот это... После смерти Хускара я тут это самое. Empire Home на нужна нервах. Поддержка. Друзья, не забывайте, что вы можете писать сообщения в чате к Твича с хэштегом UCC. И самые интересные сообщения, аналитику, какие-то мнения, за кого вы топите, какие-то кричалки будут выводиться в прямой эфир нашим режиссерам. Да, попытка убийства Таток и... Лагуна? Нет, без нее даже. Не стоишь ты лагуны, говорит Айсберг. На хосте возвращается к себе в мид, то есть, опять же, взял руну, пришел быстро, помог убить, вернулся, не потерял времени и не потерял какие-то крипстаты. 1700 денег сейчас у Бладсикера. Маловато, конечно, будет. Ну, с учетом того, что его обходит четверка соперника, да, это намек. Фейзы у генерала. Ну, нет бэтрайдера в игре, абсолютно. Он пришел на линию, напалмы какие-то кидает, генералу плевать. Бэтрайдер не терпит вот какой-то ошибки на лайнапе, в том-то и дело, что им вернуться им очень тяжело. Подтягивается слэйер, импетус. А понимал бэтрайдер уже, что дистанции хватило бы, даже если бы он не отступал. Неважно, что ты будешь Опа, делать. Опа, повезли, РПА есть, но стан вроде бы выдали. Успеет ли у тебя айсберг что-нибудь сделать, но слишком много урона вышки, лагуна. И успел сдуть тени. Было бы просто идеально, если бы он еще сейчас ушел после этого врыва, после того, как убил Тини. Ну и видим сравнение мидеров как раз-таки Айсберга и Ладносом. И тут 100% винрейт, пусть и всего-навсего одна игра. С другой стороны, 60% на Магнусе при 5 сыгранных. Да, неплохо так тут. Имеются показатели. Осталось эти показатели проверить на практике. Ну, нужно понимать просто, что Магнус более метовый сейчас герой, он частенько ходит в мид и чувствует там себя комфортно. Лину уже мы видим крайне-крайне редко. Это да, не самый частый гость. Месть пришла. Курьер, съели. Я не умею так считать, чтобы сказать, сколько они там получают их золота, но много. По 80 каждому дали, а нормально так. Хорошо, ты округлил. Я понял, как это работает. Ну, а что там, туда-сюда. Все опять пытаются разобраться, колдаун откинули. И продолжают раскидываться всеми возможными способами. Но, кстати, Гириш не то чтобы прям комфортно себя чувствует. У него 3000 есть, но хотя других соперников нет, поэтому, может, возможно, и не стоит переживать. В том-то и дело, что сейчас вполне возможно Enchantress обгонит своего Герокоптера по фарму, сколько за счет более активных действий по карте Сайлента вновь ловит. Вы пытаетесь убивать Герокоптера, думаете, что это решит ваши проблемы, но вы не выигрываете раннюю стадию. Ревидж по двоим! Эш, генерал пришел, Джеймс, здорово, не виделись давно с верхней линии. Потрака. Да уж, не получается пока ни на одну из линий почувствовать себя комфортно. Вроде бы, да, снизу у них было более-менее неплохо, еще как-то шли, держались, но вот приходит генерал и объясняет, что этого недостаточно. Еще один минус курьер. Минус бронька. Так мало денег дают за курьера, просто понимаю, по левелу все в соответствии идет. Левел маленький, денег нет. Ну а что это как бы? В 60 на каждом, ну 300, вот 300 на творце сейчас в плюс. Тут 300, тут 500, тут 400. И суммарно с этих курьеров вы отдаете за игру там по 3000 нетворса сопернику. Ну, уже 5000 как бы в плюсе на 10-й минуте. Не самые приятные цифры для команды Empire Hope. С учетом того, что у них Bloodseeker с 2500. Мангатри выбил Тайтхантер, и вот Манга это лишний. Ему как раз таки не будут, чтобы быстро монопол восстанавливать. Еще и брошка, но брошка для Empire Hope. Может быть, она как-то исправит ситуацию для Магнуса. Пытается напасть на Джеймса здесь же. Есть лоза, пошел замедление. Эван чат кинул, но не попал по флаю. Откидывает его просто к паку. И неужели заберет? Хотя бы баунти осталось. Хоть что-то приятное. На вражескую территорию не пошли за рунное богатство. Ну, забрали и забрали. Наверху все равно контроль есть от команды Fly to Moon. Не забывай контролировать баунти руны. Это все-таки полезно. Не курьеры, но... Тоже ничего. Действительно, вот обесценилось руна богатства. Бладсикер живи, да, тут ему бы фармить, а не жить хотя бы. Бладсикер, он потихонечку записывается в клуб к Дебауэру, по-моему, с нулевым винрейдом. Это да.
Тем не менее, конечно, Магнус под эмпауром как бы может помочь ему разогнаться по фарму. Но это уже другая история. Энчантрус тут бегает, забирает себе кентавр. Говорит, ребят, давайте-ка вот нападем. У меня есть стан теперь. Можем показать. Ну, а Тайдхантер уже с Владмерзом бегает. 5000 на творс у парня. Да, то есть аура, еще раз аура на всю команду. Подцепили. Энчантрас, лосо. Реализация. Кидара. Начинаем. Но Слэйр вообще хорошо себя чувствует. Левенкармор. На него четвером выходили, чтобы убить Энчантрас. Четверочку. Кидара погибнет в ответ. Размен есть. Денег, конечно же, меньше. Никого вы больше не убьете. Но вышку засейвили. И стянули сюда всю команду Empire Hope. Ну, ты Flight to Moon тоже все подошли. Слэйр прилетел. Сайлен. Flight to Moon-то пойдут сейчас вышку снесут по центру, а вы этого сделать не смогли. Ну, сейчас посмотрим, потому что пока вот еще не идут. Фармит гирокоптер нейтралов. Трен тоже по лесам бегает, есть телепорт от Инчи и никуда не выходят. В итоге переместились, чтобы пофармить. Но тоже неплохо. Получается так, что команда, которая должна была агрессировать с самых первых минут, потеряла Т1 вышку, ничего не забрав в ответ и по всем линиям проиграла, за исключением мид-линии, где ну, Магнус действительно хорошо стоял против Лины и пользовался каждой возможностью, когда Лина отлучалась сделать фраг. Это да, пока что держится на уровне. Посмотрим, как потом дело пойдет. Конечно, возможно, какие-то РП в пятерых, там подвозим под Пака, под Бэтрайдера или типа того. И там уже выигрываем. Ну там и Тини подключиться может. То есть есть такая теория идеального замеса для Empire Hope, но реализовать очень трудно. Сейчас более как-то такие вот райт-клик варианты популярнее и надежнее смотрятся. Тини в очередной раз под руны невидимости бегает. Ищет себе приключения. Кого же найдет? Нам генерал просканил, понял, что кто-то идет. И просто уходит в леса, уходит с телепорта. Возможно, в дальнейшем. Или переждет просто. Все разойдутся. Тогда выйдет. Снизу будет ли у нас столкновение с транспортектором? Прыгнули. Dream Coil тратится на Fly. Убьют его, конечно же. Еще Раптуру кинули, да? Мне же не показалось. Два ультимейта для того, чтобы убить пятерку. 1600 на дворца. И потеряли Пака при этом. Вот так вот. Мимо проходил. Рокетберич выдал. И генерал там еще сдобрил сверху. В итоге плюс 207 золота для него. 11-й фраг, 4000 натворцев в плюсе для команды Flight to Moon, и продолжают они спокойно закрывать все три линии. Flight to Moon-то некуда торопиться. Они готовы ждать, пока там и Enchantress вывезет артефакты, и Лина станет уже намного мощнее. Это просто вот сами Empire Hope заманивают их на свою территорию тем, что отдаются по одному. Замануха, конечно, интересная. Ну а если у противника меньше героев, почему бы не пойти не забрать вышку? Ты смотри, что делают, 14 минут, они идут на Т2. Что дальше давить. А кто им помешает? Тайдхантера сейчас примерно никто не убьет. Ну, только в пятером, если опять же. У него 1600 хп, помним, потому что есть Владимир, то есть все эти ауры работают. Трент не забывает кидать Living Armor, благодаря этому и Slayer очень хорошо терпит, даже без Untouchable, а он у него уже есть. Побежали искать. Смоки нажимаются и кого-нибудь подцепить на генерала, возможно. Ну, не подставляется команда Empire Hope, в итоге ловят Флай, а поехали, ну там уже импетус полетели, Дримгой под им, кулдаун откидывается, забегает с РП, ловят только этого Сайлента, хватит для этого, и Оверкроу накрывает теперь проблему уже у Магнуса, пытается его расстрелять, вполне себе неплохо, там же разобрались с Бладсикером, Иллин сейчас подойдет, даст лагуну, если она еще не, а не, она уже выдала лагуну, но можно и без нее, находит Кидара пытается прожить стики и пожить, но это ему не помогает. Вот в том-то и дело, что я первые 15 секунд этого файта пытался найти в драке Бладсикера, а он уже, оказывается, уже в таверне сидит. Урон никто не может носить с руки, за исключением Магнуса. Получается, Магнусу и контроль нужно давать, и первой линии обороны вашей быть, и при этом еще дэмэдж носить. Надо. А что вы ожидали? Есть попытка убийства, в принципе, неплохая может быть, но там Йоул, Ливен Армор и побежали. Спину Рапчур есть, будет ли ловить Лину хотя бы, ну там уходит на хайграунд, приходит еще и Пак. Телепорт, рифтанули и должны добирать вроде бы и успевают. Генерала еще могут поймать, но приходит Слэр и начинает резать в ответ. Импетусы полетели, тут же кулдаун от Сайлента и готов он помогать им товарищам в атаке. Подставился под вышку и тоже будет отправиться в таверну. Следом там Слэр, да, разбирает Джеймсон, промах его спасает. Ненадолго. Еще один промах просто. Какой же фартовый Джеймс отправляется в таверну на 50 секунд. Это очень много для Тини, 50 секунд. Он
Нормально для тени 50 секунд, ну да. Как видите, друзья, нужно просто добавить хэштег UCC к вашему сообщению, и вас выведут в прямой эфир. Пошли артефакты второго тира и заканчиваются потихонечку. Пошли артефакты второго тира, и мы тебя выведем, как бы вопросов нет. Так и есть. Гроубоу для Герокоптера. Я просто даже не знаю, что делать Empire Hope сейчас. Но в лейте, я не знаю, тянуть на какие-то 60-е минуты, когда у вас и у Пака, и у Тини уже будет куча артефактов. Есть основания полагать, что для Empire Hope имеет смысл пикать других героев. Это, безусловно, интересная сейчас, мысль. Сейчас, что они могут сделать с тем набором героев, что у них есть, это быстренько переобуть Тини в Кора. Очень быстренько нужно это делать. Сейчас у Тини пока 3000. В целом это не сильно хуже Бладсикера, но как бы есть куда стремиться. Вот, философский все, камень. Отлично, да. Отдаем Тини. Он пока на прокасте живет и собирает артефакты. Пятюнька, все. Все, легчайшее. Так, 25 атак спида для Бладсикера. Скорость атаки это приятно, но отсутствие урона это не компенсирует, так хотелось бы. А там погоня. Вот Тайдхантер гоняется за Паком. Картина маслом, да. Уходить, кому расскажешь, не поверят. И у него это получается. Он дамажит его. Пак постоянно на 30% хп. Барабаны для Бладсикера. Времени, конечно, не терял, но без Мейлштрома не имеет того, той мощи. Там же разобрались с Паком в итоге. Айсберг просто лагуну, видимо, дал. С учетом того, что генерал собирает себе дезолятор, я чувствую, там будут на колени вставать, извиняться перед ним, потому что никого убить не может, и дэмэджа нет. Какая-то странная опять происходит ситуация. Джеймс подставляется, было отдано лассо зачем-то в Сайлента. Там Бэтрайдера тем временем ловит Герокоптер в соло, Бэтрайдер погибнет, отсюда не уйдет. 30 секунд таверне. Да, а генерала? Интересная мысль, но реализовывать не стали. А мы точно хотим видеть Тайдхантера с Рэвиджем у себя на базе? Ну да, ты как подвозишь? Тайдхантер, шейкер какой-нибудь. Он тебе ульт жмет, и все, ты уже не хочешь. Выпьет вам брейс для Лины. При этом там лук у Энчантра, слетит Тини. Тини сейчас может погибнуть, как прилетит сразу же. Тайдхантера по-прежнему убить никто не может. Бегает маг. Просто генерал впереди, тиммейтов рядом нет. Гильна у него раптуру. Это, кстати, уже проблема. Пока нет, его надо, если что, Ревич нажмет. Все, прыгнул прямо под Ревич, там уже убивают мастеры потихоньку, блин, подходит Сайлент на барабанах. В итоге Тайдхантер жив, а вся остальная команда Empire нужно убегать. Но РП еще не выдали, а возможно и не выдадут, если это будет успешная реализация ракетки. Ну да, он сверху, приходит Импетусы, и Магнус дает РП в землю. Ну, выдал РП перед смертью, выдал, все, я претензий есть, нет. Бладсикер вроде бы бегает, но он просто бегает рядом и сделать ничего не может. 10 тысяч натворцев плюся на 18-й, ну 19-й. Вполне возможно, Empire Hope сейчас просто обсуждает вообще, что пошло не так, что надо делать, что не надо делать и как исправить ситуацию. Ну ты продолжай, продолжай. Да-да-да, это уже просто, знаешь, такая сводка ежедневных новостей, ежеминутных новостей. Сайлент погибает! Ястреб сбит, ястреб сбит! Не, да рассчитал товарищ-то. Там же Джеймса разобрали мимоходом. Ну, Айсберг уже в соло начинает давить по всем фронтам. Тревола есть, 3000 на руках, если что. Изолятор для Тайдхантера. Все нормально. Он его долго, конечно же, еще себе вести будет. Там осталось 1600 нафармить. Вполне возможно, там быстрее задушит Empire Hope. 10 тысяч... И непонятно вообще, какую тут механику камбэка использовать Empire Hope. Надеяться, что Fly to Moon пойдут к вам на фонтан, когда еще все бараки стоят. Да. Я говорю, завозить под фонтан. Самый оптимальный вариант. Чтобы всех можно было там поймать, разобрать сверху на фонтане, закрыть дримкойлом, чтобы не смогли выйти. После этого Тини закидывать тех, кто все-таки смог убежать обратно на фонтан. Тогда сработает. И где-то в начале этого плана у противника появляется БКБ и... Упс. К такому жизнь не готовила. Пак перехватывает крипов, наглец. Ну, пытается, конечно, затянуть. Максимально SPS клей сейчас делает для своей команды, чтобы ребята еще немножко пофармили. У него просто маны не так много, если честно. И можно пробовать на этом параметре его поймать. Отпивается с Кларити, рядом есть Enchantress, поблизости Герокоптер. Но они уличены фармом. Яблоко выпадает для Empire Hope, кстати. Ну, приятно, яблочко. Ну, Сикеру можно отдать на какое-то дополнительное хотя бы здоровье, которое ему необходимо. Врывается Тини. Никого здесь не поймал. Отличный сентри. Не, ну он пытался. В принципе, план был неплохой, но немножко растерялся. Катапульта еще не мешала.
тут неудивительно, с учетом того, насколько Empire Hope сейчас боятся допустить ошибку. Если они еще один какой-то глобальный файт проиграют без фрагов, без ответки, это чуть ли не good game можно писать уже на этих 25-х минутах. А что делать? Один раз на 18 написали, как бы второй раз можно написать. Мы такое уже видели, когда команда просто понимает, что мы физически не можем выиграть драку. И мы просто ждем, пока у Герокоптера появится дэмэдж с руки, чтобы он смог снести нам Т3-Т4 трон. Зачем, если мы просто осознали все свои ошибки и пойдем на вторую карту все изменять? Ну, опять же, зависит от команды. Часто это вспоминаем. Какие-то команды любят нас со свежей головой идти дальше. Какие-то команды любят еще покликать чуть-чуть, подумать в игре как-то. Да, это их выбор абсолютно. Пусть так. Прилетает Лина на верхнюю линию. Сайлент также рядом с генералом. Справились с вышкой. Остается у нас два внешних тавера у Empire Hope. Был в Discord, у Пака появился. Можно хоть какой-то там магический дэмэдж пробавить у команды. Мог же снарядить Кидара, получает импетусы, и последний импетус, до свидания. Это не на Слэйера вышли, это для Слэйера вышли. Он вылетел так, как бы, вылетел в лазу и там остался. Здесь же Ревейдж не задоджил, увы, не те тайминги. Мастери поймали, но ради одного мастера уже Ревейдж, насколько им все равно. Да, и нет такой паники, мы отдали главную кнопку, давайте уйдем. Нет, давайте убьем Рошана, думаю, сейчас Флайтом он. Ну, да. Это ловушка, знаешь, чтобы они знали, что мы знаем, что у нас нет Ревейджа. Они попробуют пойти помешать, а мы бац и поймаем. Отлично. Отлично, действительно. Тайт-кантер все, уже к нему будет лететь изолятор буквально через там 20 секунд. Может еще и Рошана. Ну, я Рошана не раньше убьют. Бегут действительно драться Empire Hope. Тренд Протектор заранее спалит всю эту контору. Выходит Лина. Тайт-кантер также ждет, что кто-то будет подходить по реке. Нашли Бэтрайдера. Бэтрайдера сбили. Убегает из драки Сикер. Магнус ворвался. Дал РП, кстати, по двоим. Он пытается их держать под Булдрайтом. Поднимает ли на себя Бьюл, выигрывает несколько секунд. Айсберг, Станчик, к нему даже никто не подходит. А Слэйер тем временем импетусы радужные. Счастье дарит. Да ты попробуй подойди к этому парню. Он тебя, во-первых, убьет, во-вторых, перед ним еще три человека стоит. А дезолятор у генерала уже таки есть. И можно работать. Помним, что у генерала метла. Это единственный герой, которому он здесь может зайти. Но Тренд Протектор, да, но нет. Тайтхантеру прям идеально. Стоит такой Monkey King стайл. Все, пошел ломать ХГ. У нас Кюри проезжает мимо Магнус. Я домой. Под фонтан. Достопримечательности. Ну, поймали еще и Курьера Слэйера. Ну, приятный небольшой бонус, там, 550 золота на команду. Лишним это явно не будет. Мастери продолжают заниматься тем же самым. В общем-то, пытается выиграть время. Немножко для своего коллектива. Но просто поможет ли это время чему-либо? Тут опять попытка на Джеймс тоже прокликнуть. Ребята, поехали. Энкер Смэш, Гаш и Джеймс. Извините, ничего не в состоянии просто с этим. Джеймса отпустили, более интересный тут таргет подошел, Бэтрайдер. И вот вопрос. Я очень хочу посмотреть на статистику финальную. Дэмэджи Бэтрайдера. Сколько он урона нанес вообще по сопернику. Мы увидим этот дэмэдж, нужно будет поделить его наполовину, потому что это Firefly после твоей смерти остался. И мы увидим реальную вот цифру урона. Ну вот такие дела. Кто-то пикает Бэтрайдера в мид и вывозит, кто-то пикает Бэтрайдера не в мид. И не вывозит. Я бы даже тут сказал не в позиции, естественно, дело, а в том, что тут как-то вообще не пошла стадия лайнинга у Empire Hope. Так, Джеймс. Поехали кидать, подвозим по Т4, хорошо, но только Аегис. А вообще Левинармор поживет на развороте, раздал немножко урона, и забегает команда Flight to Moon воевать. Ревейджа не должно быть еще у генерала, поэтому Сайленту нужно просто уйти. Раптор на него повесили Сайлента. Через Винкармор спасают. Есть то, Сайлент убит. БКП нажал. Слушай, а вот это уже интересно. Ну, безусловно, потери сумасшедшие идут у Empire Hope, но они хотя бы смогли убить Кора. Врага. Что делать с остальными двумя, пока не ясно. Овергроун накрыли, погибает Магнус. Даблкилл, также поймали еще и Тетек. И он тоже не уйдет, судя по всему. Есть, правда, лассо, пытаюсь подцепить, хотя... Ну и то, он гремел кейп и пока что живет, но это не помогает. Все-таки сгорает, однако там трипл килл уже для айсберга и продолжает падать база. Но такое ощущение, что чересчур поверили в себя после убийства этого герокоптера. Магнус очень нагло спрыгнул в лонграунд, и никто за ним не пошел. Он говорит, ребят, я их буду цеплять. Продолжаем, давим, и все стоят под Т4. Ну, немножко подзаработали денег на убийстве Сайлента, на убийстве Флая.
Но преимущество по золоту все равно растет, мы видим. Графики, возможно, немного замедлились, но нет никакой стагнации. Уже под 20 тысяч подбирается. По опыту точно те же самые цифры. На 26-й минуте это очень много. То есть это таланты, которые уже третьего уровня у коров. Паладин Сворд выпадает для Тайдхантера. Что сама Дота говорит ему, ты у меня любимый кор. Ну а что, дизайнер уже есть, поэтому все нормально будет работать. Переживать на этот счет не стоит. Поэтому, как бы, если вдруг Сален там где-то помрет, Айсберг помрет, то всегда остается генерал. Аганим для гирокоптера, который он купит буквально через 1000 золотых. Молния уже есть. Тайдхантер сейчас все быстрее и быстрее будет чуть-чуть подключаться в игру. Да, тут все нормально. Блин, даггер он появился у Тайдухи. Телескопы еще вот эти все. Так что жестко. Ой, X-Happiness. Я помню его за своих стримов. Красавчик. Сабскрайбер, кстати. Сабскрайберы без очереди проходят на других трансляциях. Поэтому, конечно, господа, имейте это в виду. Паладин Сворд выбит у нас также для Empire Hope. Но там можно отдать Сикеру попробовать реализовать. Ну что, ждем, надеемся и верим, что команда Empire что-то придумает на 17 тысячах нетворса. Хотя, конечно, умом понимаем, насколько это маловероятно. Здесь нужно играть от ошибки соперника. То есть, если Flight to Moon действительно где-то заиграются, захотят там поиграть на фраге, зайдут слишком далеко, Сайлент переоценит свои возможности. На этом можно, да, выстроить камбэк. Сейчас как ударит. И второй раз ударит, хотя дрифтанули. Тут я так же умею. Но нет, успел. Успел уйти в мастере. Ну, хорошо, что в доте хоть что-то еще работает. Просто что-то можно сильнее, чем Тайдхантер. Так, здесь разменялись корами потихоньку, но там ломают базу, я слышал, и, возможно, придется возвращаться команде Empire. Там телепортов нет, или мне кажется, сейчас у Тини и у Магнуса. А даже если они пешком идут на базу. Ну. А можно показать, пожалуйста, на секунду Тини и Магнуса? Да, там они, видимо, нападали через телепорт. У Тини есть телепорт. Есть. А у Магнуса нет. Но Тини без Магнуса деньги на ветер. Ну, видимо, вот по такой логике они просто бежали на свою базу. Правда, погибает здесь Бэтрайдер, непонятно, как здесь Тини пришел, получил стан. Джеймс дойдет ли до фонтана, телепорт. Вот зачем была ТП-шка нужна. Неплохая попытка, Тини. Неплохая попытка. Пока еще не пишут дубли. Но им сейчас сломают оставшуюся часть строений. Нижняя линия также нет каких-то два, то есть это мега-крипы. Либо же просто выходим смело в Т4. Трон. Дизлятор есть, урона будет хватать, даже несмотря на то, что и Айсберг, и Сайлент здесь объемом своей дычки не славятся. Ну так, одним успел себя Сайлент завести перед конечной статистикой, и ломается база. Ну что ж, ситуация плюс-минус аналогичная первой карте этого у команды Empire. Пытаются убить. Так, стратегия! Навозить на фонтану не получилось! Они же смогли его убить. Нажали БКБ. Тайдхантер летит на аванпост верхний, который захватили предварительно у силы тьмы. Полетел кулдаун от Сайлента. Но какая разница, когда под БКБ расстреливается ваш трон? До конца играют Empire Hope, но конец их близок. И если честно, чуть ли не с 9-й минуты шла уже агония от имперцев. Они чувствовали, что упустили самую главную, самую важную стадию, на которой должны были реализовываться их герои. И дальше не понимали, как, что, куда, зачем вообще, что им делать. Ну что поделать? Пикать надо иначе, и тогда, возможно, ситуация пойдет получше. Потому что появление Сикера последним вообще выбором, пятым пиком, то есть герой, который должен собрать всю вашу стратегию воедино. И когда вы делаете, опять же, ставку на то, что вы будете играть быстро, вот мы с тобой же об этом говорили. Встречи, да. Что если вы берете агрессивную стратегию, вы должны быть на 100% в ней уверены. Там тир-1 коллективы не всегда с этим берут на подстраховку себе героя, который в лейте сможет переворачивать. Здесь такого героя нет. Bloodseeker не справляется. Но видели мы, опять же, ту самую историю. Я вот начинал, когда ломался трон, что Empire Hope проиграли первую карту. Там за 17 минут их разгромили. На второй карте они все-таки подкомбэчили и свели счет в 1-1. Возможно, сейчас как-то у них получится провести микромитинг какой-нибудь, обсудить ситуацию по пикам, по позицию, по линиям как-то и уже привести это все действительно к равному противостоянию. Но пока Flight to Moon не испытали сопротивления. Все-таки немножко опыт команды Empire против вот таких игроков, как команды Flight to Moon. Ну,
Дортмунд и в нижнюю сетку падать не должны, но они попали на очень серьезного соперника в первом раунде четвертьфиналов. Так или иначе, друзья, у нас будет сейчас небольшая пауза 5-10 минут. За время этой паузы обязательно подписывайтесь на данный канал, а также кликайте на баннер в аннотации под трансляцией. Заходите на MGBet, пробуйте безопасную ставку в 700 рублей, которая дается всем зарегистрированным пользователям. Ну и, естественно, ознакомьтесь с самим сайтом. Конечно, лайв-ставки, все для вас, мобильное приложение, все, что нужно для удобного пользования у сайта есть. Ну а мы с вами услышимся буквально через 5 минут. Добавь драйву. Lost and sad to the voices in me.